Детка, это трио. Обычно квартет. Как это можно так сочетать четыре голоса, что это такое поразительное джазовое звучание, чтобы так вместе и так стройно? Это действительно очень трудно. Но выдающимся исполнителям все под силу. Братья Мил, Бо Фрешман и другие вокальные джазовые ансамбли в программе Георгия Гороняна. Сегодня 21:10. События, лица, репортажи, комментарии, интервью. Все.